Ремонт улицы Балтийской на участке от Бежского шоссе в сторону шлюзов на протяжении 1920 метров. На сегодняшний день отфрезеровано полностью существующее покрытие. Сделали поперечный профиль, осуществили водоотвод, устроили выравнивающий слой и выполнено покрытие. На всем протяжении выполнены обочины, устроены восстановление тротуаров. Это уже где застроенная часть нашего участка дороги. Когда звонить? Ну, у нас где держит только погода. То есть нанести разметку, знаки дорожные? Знаки нам погода не мешает. У нас только разметка и черный грунт. То есть обратная засыпка. Вот то, что а на фотографиях это как раньше было? Да? Это раньше было, да. Дорога находилась в неудовлетворительном состоянии. На всем протяжении дефект в виде колеи наблюдался. Частично выбоины. Проблемы были с поперечным водоотводом из-за этих дефектов. Соответственно, выполнены работы по удалению, скажем так, верхнего слоя покрытия путем фрезерования. На сегодняшний день 99% работы закончено. Как только высохнет асфальт, завершим нанесение разметки и объект завершен.